Жена Николая Платошкина с нами на прямой связи. Здравствуйте. Добрый день, да, добрый вечер уже, скорее всего, добрый вечер. Мы планировали вывести вас в эфир в начале, но вы сказали, что у вас была встреча, внеплановая встреча с адвокатом. Вот что Извините, произошло пожалуйста. И что, может быть, вы можете рассказать нам об этом, если можете, да конечно, нет, рассказать. Это такой просто рабочий момент. Я приношу свои извинения перед слушателями нашими. Внеплановая просто была встреча, нужно было некоторые вопросы просто обсудить вот в таком спешном порядке. Поэтому, в общем-то, ну, все основное это произошло у нас в суде, значит, который состоялся, значит, на прошлой неделе по мере пресечения Николая Николаевича. Вот, в общем-то, это вот основные события, которые были вот за последние, значит, на прошлой неделе, вот, в четверг. Значит, ну, суд удовлетворил ходатайство, которые были заявлены следователем, которые были поддержаны прокурором. Значит, и ходатайство это заключалось в том, что продление меры пресечения и, значит, заключение Николая Николаевича еще под домашним арестом, продление до 2 ноября. Меня плохо слышно, да? Плюс еще на 3 месяца, да, то есть всего в общей сложности до 5 месяцев, значит, продлен, ну, как бы, человек должен находиться под домашним арестом. Под предлогом таким, что следствию необходимо проводить еще следственные действия и необходимо провести, значит, получить заключение экспертов. То есть мы так понимаем, что в деле, в уголовном деле экспертизы на сегодняшний день нет у следствия. То есть, значит, доказательной базы, получается, нет, и тем не менее, значит, его продляют домашний арест еще до 3 месяцев. То есть ограничительные меры не сняты, они остаются те же самые. То есть ему также запрещены прогулки, вот прогулки также не разрешены. В общем, ну вот ситуация такая на сегодняшний день. Чувствует Николай Николаевич психологически, физически? Что об этом известно? Николай Николаевич психологически себя чувствует, в общем-то, он такой твердого характера, он как, это знаете, как вот кремень, как сталь, как вот сказали бы, да, гвозди бы делать из этих людей. Это вот про Николая Николаевича. Вот. Но смысл в том, что, в общем-то, никакие, я хочу вот особо заострить внимание вот на суде, который проходил. То есть, ведь, ну, что такое суд, да? Суд, он как бы находится над обвинением, над защитой, он рассматривает доводы обоих сторон и принимает какое-то решение. Он задает вопросы наводящие, он, значит, просит пояснения. Здесь мы видим вот абсолютный фарс, то есть здесь мы видим, что следователь выступил с ходатайством, причем никак его не аргументировав, вот кроме того, что нет экспертизы и нужны какие-то следственные действия. Значит, защита выступила с тем, значит, в общем-то, она привела доводы несостоятельности всех тех обвинений, которые предъявляются Николаю Николаевичу. Значит, судья это внимательно все выслушала, не задав ни одного вопроса наводящего, не разобравшись в ситуации, значит, решение было вынесено о продлении меры пресечения под домашним арестом. То есть мы видим, что вот этот вот как бы политический заказ, и суд его поддерживает. То есть абсолютно не рассматривая никакие доводы защиты. То есть адвокат, значит, доказал несостоятельность предъявленных вот обвинений. Значит, 4 довода он привел в своем выступлении. Он сказал, что, в общем-то, Николая Николаевича его обвиняют по роликам, которые находятся в сети интернет, и они, в общем-то, не удалены, они все есть, и он признал эти ролики, и он сказал, что да, на этих роликах я, и я не собираюсь это удалять. Вот. И, значит, адвокат сказал, что следствие, что ему обвиняют, что он может вступить в сговор, значит, с соучастниками преступления, что он может повлиять на свидетелей,
если его отпустить из-под домашнего ареста, что он может сокрыть, значит, факты, какие-то вещественные доказательства, что он может уничтожить документы. Но он доказал, что свидетелей их нет в деле, их нет, свидетели один я. Я одна свидетель, сейчас по делу прохожу. Все вещественные доказательства и документы все были изъяты при обыске и был составлен протокол обыска. Вот, значит, вступить в сговор с людьми, с какими людьми вступить в сговор? Они не установлены, какие эти, кто эти люди, кто эти свидетели. То есть дело абсолютно надуто. На что Николай Николаевич в своей, в общем, ну, как всегда, такой эмоциональной, яркой, значит, речи, он сказал, что все это дело, это поместив меня под домашний арест, они хотят меня оградить от общения с людьми, они хотят меня убить, они хотят, чтобы я не вышел из-под домашнего ареста вообще никогда, и я хочу, чтобы все люди об этом слышали, и все люди об этом знали, потому что дело абсолютно надумано, абсолютно сфабриковано, не имеет под собой никакой юридической почвы. То есть мы понимаем, что вот политический заказ, он, в общем-то, вот он есть налицо, и вся судебная система этому подтверждение. Вот, поэтому мы сейчас готовим, значит, в Европейский суд документы, и мы будем обращаться в ЕСПЧ, готовим жалобу сейчас, потому что понимаем, что защиты в наших российских судах нам искать не приходится. Они хотят убить, вы сказали, это в прямом смысле этого слова об убийстве? То, что Николай Николаевич вам сказал это в прямом смысле, да. Он говорит так, что... Значит, мне не разрешены прогулки до сих пор. То есть вот он уже 2 с лишним месяца он находится дома без прогулок. Он говорит, что даже в карцере разрешены прогулки, часовые прогулки разрешены. Почему мне до сих пор не разрешают находиться на улице как минимум там 1 час? То есть вы же знаете, что у него, значит, квартира, где он помещен под домашний арест, там у него свыше 5000 книг, вот мы об этом говорили, то есть там как библиотека домашняя, вот. И поэтому, значит, там, конечно, место для проживания, оно, ну, не предназначено, мы жили в другой квартире, вот где проходили обыски. Поэтому он говорит о том, что, значит, не разрешая мне дышать воздухом, свежим воздухом, значит, вы тем самым хотите воздействовать на мое здоровье. Мне 54 года, говорит он, я уже не молодой человек, и я нахожусь вот, значит, в замкнутом пространстве, я не могу двигаться, я не могу дышать воздухом. То есть абсолютно получается, вот права человека, они нарушаются вот в этом смысле. Значит, вы что боитесь, что я могу убежать там за час прогулок? Так у меня, в общем-то, ключи, они и сейчас есть. При желании это можно в любой момент сделать. Вот, и, в общем-то, вот это вот абсолютно непонятно. То есть, когда вот я даю, допустим, интервью средствам массовой информации, западным, европейским, они, конечно, поражены. Как так можно человека держать, значит, в заточении и не давать ему вообще, лишить его прогулок? На что следствие, они также говорят, что мы боимся, что за этот час он может, значит, установить контакт, воздействовать на людей. Ну, то есть, в общем, его полностью ограничили, и Николай Николаевич считает, что да, что его, значит, то, что ему не дают час прогулок, это может на него воздействовать физически. Он сказал, что меня хотят убить тем самым. Так он заявил в суде. Я хочу, чтобы все об этом знали, чтобы все это слышали. Да, спасибо вам. Жена Николая Платошкина выходила с нами на прямую связь в рамках нашего большого пятничного стрима. Спасибо, что нашли время спасибо. И вышли в прямой эфир.